Почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславна Литер, Ледикан, факультета филологии Вятского государственного университета. Полина Санаева, журналист, блогер, колумнист нескольких порталов. Например, СНОПРУ. У ее публикаций до миллиона просмотров. Очень известна как ведущая страница на Фейсбук «Женщина-женщина». Вот об этом самом сокровенном и важном в 21 веке, об ощущениях, размышлениях, повседневной жизни горожанки. И неторопливо повествуется в книге «Черная водолазка». Название прямо отсылает читателей к рассуждениям Татьяны Толстой о том, что черные водолазки носят те, кто внутренне свободен. В самом начале, разумеется, после восторженных отзывов коллег по цеху от Дмитрия Быкова, Алисы Ганиевой до да, Марта Кетро, следует верлибр облаченный в жанр поэмы, где Полина Санаева, как в античном театре, примеряет маски персоны. Вот она, женщина-женщина, звенящая браслетами. Вот она, интеллигентная дама, купившая черную водолазку. Вот она, цитирую, дословно, холодная, расчетливая сука, а вот она своя для всех в доску, и иногда хочется побриться на лыску, это тоже цитата, и повязать платочек, вымыться в бане хозяйственным мылом, научиться молиться. А иногда прямо требуется быть хозяюшкой с большой буквы Х. Ну и, наконец, последняя мечта – перевоплощение в официанку с накладными ресницами и полным собранием сочинений Дарьи Донцов. Но на самом деле у героини есть только черная водолазка. Читайте, она внутренне свободна. И действительно, неспешно, ощущая вкус, запах, время тянется, плывет сквозь осенние обострения, полгода зимы, весну и летний сад. Так называются четыре главы повествования. Но мы вместе с героиней переживаем ноябрь, бабью осень, слушая разговоры из воздуха и питерские разговорчики. Покупаем настоящую елку, гуляем по Петергофу, и все это сопровождается негой тело и мысли, философствованием, фиксацией окружающих людей, вещей, одежд и многих, многих, многих мелочей. Написано хорошо, с легким юмором и неиссякаемым желанием попить чаю, забиться куда-нибудь подальше от людей и читать, слушать дождь, а еще все наполнено ожиданием чего-то главного, прекрасного и неотвратимого. С большим интересом прочитала страниц 90. Даже с приятным удивлением отметила явную перекличку с моим любимым произведением средневековой японской писательницы Сейсю Нагон «Записки у изголовья». Жанр дзухицу, буквально следуя кисти. Такой очерк в виде потока сознания. Но если Сейсю Нагон читаешь и неоднократно перечитываешь, то к черной водолазке как-то быстро я потеряла интерес. И все же прочитать стоит, особенно в пору дождей. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!